hurts when you look at me. There is so much that you just don't see. That if you would only take that time, I know in my heart I always wrong. Can't you see the hurt in me? I feel so alone. I wanna run to you. Ooh, I wanna run to you. Ooh, won't you hold me in your arms and keep me safe from Экстаз. Спасибо. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, скажите. Спасибо огромное. Меня зовут Елена Максимова. Я не верю. Мне кажется, это эталонное исполнение было за последнее время. Да, Боже, как мне приятно это слышать. Да. Согласен, абсолютно. Знаете, я тут повернулся первый, и я могу много говорить вот сейчас, много всего, но когда это очевидно, когда это понятно, слова, мне кажется, не нужны. Я бы очень хотел, чтобы вы были со мной. Дим, спасибо огромное, боже мой. Ну, я настолько благодарна вам, что вы повернулись первым. Мне это столько сил придало. Мне просто, я была в таком экстазе. Это правда, настолько была сильная для меня поддержка, что я не репетировала даже так, как я спела сейчас, потому что у меня не было этих партий. То есть они вот пришли именно в тот момент, когда вы повернулись. Я это очень именно ценю. Именно фантазия, да? Там я просто начала импровизировать, я полетела. Потому что я очень хотела лететь, когда я выйду на сцену. Я хотела чувство полета. Летали не только вы, поверьте. Мы к вам присоединились. Я очень хотела лететь. Мы все полетели просто в разную сторону и в разной степени. Просто схема проста, смотрите. Слава Богу, что Дима повернулся сразу и вам придал этим силы. Вы показали, что эту вещь можно спеть еще точнее, еще правильнее. И эмоционально точнее. Эмоционально и точнее, и все. Точнее. Так что вы сами выбирайте. Ваш выбор мы всегда одобрим, как говорят в программе. Кончайте, пацаны. Давай поженимся. Я согласна. Выбирайте. Очень порадовало. Просто удивительно. Вы прекрасны. Спасибо. У меня очень много в команде прекрасных мальчиков так сложилось, и не хватает таких прекрасных девушек, и я бы очень была бы рада. И вот. Ну и всяческие почтения вам, и спасибо большое за удовольствие, которое вы нам доставили. Сколько лет вам, извините? Спасибо огромное. Мне уже достаточно много, мне 34 года. Не выглядит это так. Спасибо огромное. У меня 12-летняя дочь. Она сейчас болеет за меня. Она там, наверное, сейчас с ума сходит. А что сходить с ума? Вы уже дальше прошли. Боже. Скажите дочке, чтобы она ложилась спать. Все хорошо. Я сейчас ее поведу уже спать. Просто. Она не спит уже очень много дней. Просто она сегодня переживания этих. Она просто была уже в невменяемом состоянии. Я за нее очень переживала. Давайте выбирайте кого-нибудь и бегите к своей дочери и успокойте ее. Все хорошо. А я...
Дорогие, уважаемые педагоги, музыканты, я каждого из вас уважаю так, вы даже себе этого не представляете, как я уважаю Александра Борисовича. Но, Дима, я вообще благодарна очень-очень, что вы сделали это первым. Но я бы очень хотела поработать с человеком, с которым у меня душа музыканта совпадает. Я выбираю Леонида Агутина. Ой, я не знаю. Нет, вообще, что это такое? Это диснеевская принцесса. Это красота, такая, это счастье. Да нет. Я думала, она пойдет к Диме, честно. А я знал, что она не пойдет к Диме. Я тоже так подумал сначала. А я знал, что она к Димке не пойдет. Я знал, что она к Лене пойдет. Да? Ну что творится, да? Ну ладно, поют. Уже расслабились, казалось бы, но нет. Ладно, поют, уже неинтересно, все поют, это хорошо. Раз, два.